Привет! Ты на канале Way Up Music, и сейчас я хочу с тобой посмотреть клип Everglow Ladida MV. Это, наверное, кей-поп. Я всей душой не перевариваю это направление, но это девчачья группа. На девчонок-азиаток я люблю смотреть, понимаешь, о чем я? Да, поехали уже. Компьютерная графика, что ли? Уф! Смотри, какие. Кстати, отличительная особенность кей-поп-клипов, они любят вот такие всякие наплывы, всякие эффекты, короче. Everglow. Ну прям город грехов, смешанный с сайберпанк. Чувствую, после этого клипа многие из вас пойдут в раздел азиатки посмотреть чего-нибудь, да? Ну вот это самая дерзкая тёлка, мне кажется. Моя там не палит. Нравятся тебе азиаточки? Ла-ди-да. Ну, в общем, тёлочки мне понравились. Все вы, думаю, знаете, какой сайт я буду посещать перед сном и какие разделы. Ладно, без шуток. Песня хорошая, но не для моего вкуса. Такая музыка для аниме, а я на аниме обычно тоже смотрю с таким недоумевающим ебалом, если честно. Чувствую, это детская аудитория, просто 99%, но тут я даже не бомбил, вы просто не представляете, какая у меня ебучка, когда я смотрю мальчуковую группу кей-поперов.
Я к геям и то, наверное, лучше отношусь. Хотя это, я к геям никак не отношусь, а то сейчас начнется там в комментариях. Ну, в общем, как-то так. Обязательно подписывайтесь на канал, если вам нравится моя реакция. С вами был Саша Устайл. Спасибо, что смотрите. Увидимся.